Так, вижу движение в поселке. Аффирматив. Так, занимайте позицию здесь, наблюдайте, я пойду поищу получше. Наблюдаю контакт на 160 на дальнем склоне. Два человека. Перегруппировайтесь на меня, ребят. Три человека. Ты видишь их трест? Трест, прием. Прием. Я наблюдаю один грузовик, один УАЗ. Рядом с грузовиком стоит пехотинец. Наблюдаю одинокий патруль из двух человек. Еще один патруль из трех человек. Контакт. 170. Метров, не знаю, 100. Ну тут где-то 240 или... Нет. Я думаю, 340 метров Ну, где-то. я не умею считать метры, ты знаешь. Окей. Вернее, тут около 300. Либо больше, либо меньше. Так, а у нас встречу еще 4 гаврика идут. Не стреляйте в них, ребят. Я не собирался. Слушайте, может кто-нибудь биноклем поделиться или посмотреть это самое зеленку на 150, такую маленькую, там что-то мерцает, и мне это покоя не дает. Сейчас гляну. Ну, если это та зеленка, которую ты мне сказал, там пусто. Окей. Ну, патруль из трех человек, вы видите, там один снайпер. Патруль находится на 160. Дистанция далеко. Отставить, там больше народу. Четверо. Я пятерых насчитал. Даже пятеро. Блин, тут эти деревья обзор закрывают. Так, четвертый пошел на 170. Движется примерно в нашу сторону.
Давайте откатимся назад. По гребню мы не пройдем, там слишком дохера пехоты вражеской. Батон, отходим, то перегруппировываемся. Скиф, у тебя рация работает, нет? Раз, два. Не что? Работает. Не работает у меня рация. Может, он, не знаю, 148 взял или выложил 343. Какая рация, Скиф? 343. А, TeamSpeak от пользователя? Да, от администратора. Нет, это самое его же, это самое, как его, Акарт у него работает. Но рация, это все равно ты его не рация, слышишь в да, рации. Рация не работает. Я такое видел только когда TeamSpeak не от имени администратора запущен. Сейчас, погоди, может попробовать перезапустить TeamSpeak? Попробуй. Блять, прям на нас один идет залечить. User disconnected from your channel. Направление 140, около 160 метров от нас. Понял. Не вижу. Ну, где-то, наверное, внизу. К нам, по-моему, только что один двигался. User joined your channel. Или, блядь, мне показалось. Нет. Я вот сколько не наблюдал этот самый, там никого не видел. Кто-то мог показаться. Раз, два. Работает. Вижу еще одного, это одиночный патруль. Где? Yeah. А, видишь дальний дом на 160? Mm-hmm. Вот он влево идет, на восток. Вижу. Батан, а нам надо кого-то устранить, определенного человека или что? И тут, как сказать, группа определенных людей. Понял. Для начала надо будет найти. Ты, кстати, идет к нам. Что? Тот парень идет к нам. У меня глушителя нету. Хотя мне вот интересно сейчас. Ну, мне кажется, он повернет раньше, я думаю. На 130 одинокий патрульный. Отставить на 100, на 150. Я про него и говорил. Я думаю, лучше его пропустить будет. Один идет, видели, да? Ты мы про него уже минуты две в как говорим. Сторону. На 140. Да, 300. Фокстрот о нем говорил. 300. Да. 200. Двое патрульных. Идут прямо на нас. А дистанция, я что-то их не вижу. Дистанция метров 150. Принято. Я потерял того, что на 130.
Слышите, да, я и потерял того, что он 130, он куда-то за холм ушел. Близ следующего, окей. Ну там еще один идет. Принял остатки, еще назад не спеша. Они вроде сворачивают, но все равно. Парень, который на 130 идет на запад. Так, он опять в нашу сторону идет. Думаю, он пройдет вот по этому холму. А потом повернет на юг к своим друзьям. Так, отходим назад к берегу. Вообще сильно назад. А тут соображения некоторые появились. Я смотрю, там на дальней, на южной части деревни скопление УАЗиков. Да, он близко, он близко. Да в нас стреляли. Да, в нас. У нас стреляли, что ли, уже? Что-то даже не услышал. Звук был. Вы уверены? По-моему, кто-то включил микрофон и что-то уронил. Нет. Нет, это был выстрел из автомата Калашникова, либо... Хотя... Да, так, так, да, быстро движется на 95. Нам движется, куча контактов. Так, ладно, стоп. Фокстрот. Да. Остаешься здесь. Угу. Чуть откатись назад, вот сюда, на мою позицию, сейчас же. Перекрываешь направление на юг. Угу. А скиф ложишься рядом, держишь направление на СВ наверх. А вот сейчас я слышал выстрел. Скиф. Да, СВ туда, наверх держишь. Мы с батоном обходим вдоль берега быстро. А давай. Огонь свободный? Да. Снайпер, кстати, стреляет. Открывай огонь, Фокс. Да-да-да, свободный огонь, все сказали. Не, в смысле, я открываю огонь, что-то не это. А, свои. Окей, окей. Не, ну я же слышал, что тут на духу у меня стреляет. Блин, по-моему, стреляю по дереву, а не по врагу. Ну, так и есть. Скиф, живы? Так, точно. Скиф. Да. По нам снайпер лупит. Откуда направление примерно? Фокстрот, отходите на берег вниз, как мы, и вдоль берега в нашу сторону, на юг. Откуда-то с СВ, по-моему. Скиф, пошли. Ну, с СВ, это только через деревья. Это ж бот. Чё ты удивляешься? Зелёный.
пиздец, он пристреливает, слон сидит. Я даже не вижу тебя. Ну, посол, блядь. Фокс, смотри, короче, в направлении СВ, а точнее с 220 на 240 движется группа пехоты. Вы должны СОП... Ну, выше, вы, вон они, выше, там, где... Всё, вижу, вижу, вижу. Подавите их вместе со скифом. Мы дальше двигаемся, потом пошли. Я потерял его. Вижу его. Не-не-не, право, право, право. А чё, лево опять стал? Лежать какие-то. Блин, я эти не одел. Фиговины. Не за елку у меня. Только через, если через эти дюдки стрелять. Прикрой, я перезаряжусь. А, все, перезарядился. СМК, ты хорош. Угу. Да, блин. Ну я их не вижу из-за дыма, это глупый трат патронов просто. Снял. Снял? Фокс, Киев, как дела? Нормально, с лучше всех бегунков. Так, кстати, опять сейчас не в рацию было слышно. На 200. Перегруппировочно нас. Фокс, а два дыма, белый, свежий, красный, чуть да такой добывал. Да я... Не, наоборот, у меня сначала белый был, а потом только красный. В общем, возьмите его на прицел, если кто-то будет бегать, валите. Мы с батоном продвигаемся к зданию, потом вы за нами по команде. Да, батон готов? Понятно. Да. Сейчас я магазины переупакую. Пошли.
Док, Скиф, как дела? Нормально. Фокс, вы зеленый дым видите, нет? У нас на берегу близко. Это наша позиция, двигайтесь к ней. По Уралу. Фокс-Ски, вы здесь? Да, я тут. Да. Смотрите, направление, которое около Урала, тут залегайте на боку. Мы с батоном двигаемся также вперед. По очереди будем перекатывать. Контакт УАЗика, контакт УАЗика. Накрывайте все огнем. Батон, идем. Иду. Блин, первым-то сзади. УАЗика чисто. Фокстрот, прием, у вас все чисто? Да. Продвигайтесь вперед вдоль склона метров 40 до нас. Я так понимаю, он в той крепости этот самый. Фокс, прикрой направление, которое вперед до УАЗов, до этих. Угу. Мы с батоном двигаемся, проверим левое здание. Скиф тоже с Фокстроту ассистируешь. Фокстрот, двигайтесь вперед, зачищайте за зданиями, вперед продвигайтесь метров на 50-60. Скиф, как у вас? Нормально, двигаемся потихоньку. Фокс, близко не подходи, Фокс. Отбой, отойдите назад, обойдите по дуге и к нам за спину зайдите на мою позицию, где я сейчас нахожусь, тут удобно.
Может, гранд туда кинуть разочек? Сейчас все сделаем, отойдите на позицию. Батон, у тебя газик есть? Да, есть. Я предлагаю Юпи заварить, чтоб туда не лезть. Хорошо, заваривай, Юпи. Газ, джентльмены, газ. Прикройте вход, мы сейчас пойдем Юпи заварим в здание. Угу. Кому это там долбишь? Батон, наблюдаю внутри движения. Там внутри ползают. Пошли. Это был хороший бросок. Моё, мне казалось. Трест со мной? Да. Я чуть ранил. Я тоже. Мне казалось, что она как дымовая чего-то. Не, она разбрызгивает эту хуйню, и там все, что попадает на одежду, начинает гореть, плавится. Короче, такая нахуенная тема. Я думаю, они оценили свои шансы. Макстрот, Скиф, отойдите чуть назад, я свой без противогазов. Мы оба в противогазах. Отлично. Я в норме. Ой, нифига ты заварил. Ну, по логике, там можно было все умереть уже. Но проверить не помешает. Может попробовать продвинуться, прикрывая техникой? Нет, Скиф, сидим тут. Да, блин, да запарили в Steam писать. Трез, батон, живые? Да, чисто, у нас чисто. Оказались сопротивление, но... Фу, заебись. В общем, сейчас за нами прилетят. Вертушка. Потом вертушка. Батон дым ходил, брал, да? Нет. Я вон дым сходил, взял. Час такой, стингер прямо из угла такой. Опа. Я думал, это я рванул. Грузовичок.
надеюсь, в Арма 3 сделал, чтобы можно было с канта спускаться. Будешь ли? Тут всякие ездят. Пускай сядет, пожалуйста, сначала. Все, пойдем. Где эпичная музыка?